Известный московский ресторатор Гаяне Брейва начала новый проект в помощь Арцаху «11 друзей Гаяне». Владелица ресторанов «Гаянес» и «Веганутые» со своими друзьями раскроют фирменные рецепты армянских национальных блюд. Гостями проекта станут российские и армянские звезды Анфиса Чехова, Маргарита Пазаян, Оскар Кучера, Марьям Мирабова, Татьяна Геворкян, Тутта Ларсен, Гаги Кезакян, Карина Асирян, Татьяна Аганесян, Эдгар Акопян и Артур Балаян. Мои дорогие, мои любимые, скоро Новый год, и мы решили сделать подарки для всех детей Арцаха. Именно поэтому мы собрались с 11 друзьями, приготовим 11 видеорецептов и продадим их за $11. На все вырученные деньги мы купим подарки для детей Арцаха. С наступающим Новым годом вас, мои хорошие! Счастья и мирного неба над головой! Видеорецепты будут выложены в интернете 21 декабря в 11:00. Ссылки на них будут высланы на почту участников проекта. Купить видеорецепты и помочь Арцаху можно, перейдя на сайт в описании этого видео.